Начинаем? Да, начинаем. Привет-привет. Привет-привет. У нас сегодня есть... новый конструктор. Да, конструктор у нас есть от Полесья. И мы сегодня покажем, что из него можно сделать. Да. Всё можно, что угодно ты захочешь. Да, все что угодно. Только сегодня мы не будем, наверное, строить там домики и все остальное. Что-нибудь от себя, да? Построим какой-нибудь летающий корабль. Да. Да, вам нравятся летающие корабли там всякие, да? Давай строить. Да, ну давай, покажи, как нам это делается. Вот. Папа, ой! Смотри, как это делается. Папа, ой! Вот так вот детальки складывают. Да, вот так вот детальки у нас складываются, да? Соединяются вместе. Папа, я не... И вот корабль получается. Да, вот можно так вот соединять их друг с другом. Вон корабль. Вот. Так я и делаю корабли. Папа, я. Папа, и Мирон. Я. И ты что-то тут делаешь, да? Да. Ну, молодец, молодец, старайся. Вот. О, у тебя не получается? Ну, это для больших, да, более больших. Смотри, опа. А ты же умеешь кружку делать? Покажи, как кружку делать. Вот, да, покажи. Вот, а с другой стороны же еще надо? Да. Да. Во, интересно. А сверху крышечка? Да. Папа, я... Так, ну давай, Мирон, давай. Вот. Соединил. Мирон там пытается сделать кружку. Мирон... Во, для чайку, да. Вот, смотри. Вот, чайку. Вот, чайку. Вот, чайку. Да-да, вижу чайку. Насыпает что-то. А ручку сделать? Ручку сделаешь? Так, папа, это крышка. Ага, это как латте. Я понял. Латте. Да? Чуку. Кофе. Кофе, латте. Так ты сделай нам несколько для всех. Сделаешь? Да. Хорошо, давай. Так, Влад, как у тебя дела? Во, что-то у тебя такое уже интересное получается. Да. Фу, летающий корабль, да? В космос, космический корабль? Да. Интересно. Я люблю космический корабль. Я! Вот так, смотри, вот так как я делаю, и там ты научишься. Тоже будешь. Я! Вот так вот, да, делать космические корабли? Да! Как интересно. Да. Вот это у тебя спереди кабина получается, да? Папа, чайку, я чайку. А ты чайку, вот ты второй сделал, да? Я чайку. Во, интересно как. Два латте. Да. Ну, а для Влада ты сделаешь? Да. Да, сделай тогда и для Влада. Будем втроем пить чаек. Да, давай. Вот, он что-то, Влада, интересное же получается. Ой! Космический. А у вас хоть там что-то получается? Я чеку. Так, этот конструктор сюда пропускаем. О, давай. Закрываем, делаем. И сверху закрываешь.
А тут? Чу-ку. О, полетел. Ничего себе. Чу-ку. А у тебя три чайку? Вот, да. Три кружки? Ну, ты тоже молодец. А мне? Молодец. Отлично. Смотри, какое там большое убежище. А это что? Ух ты, ничего себе. Это транспортный у тебя корабль, да, получается? А вот наш пассажир. И все, ничего себе, такой огромный. Все, полетел? Ты полетел? Космический корабль у тебя врезался? Да. Смотри, а Мирон нам сделал три кружки чая. Ой, я приехал в кафешку. О, кафешка? О, кафешка. Все, я все. А, ты попил? Ты что, машинка пьет чай, заправляется чаем? Ну ладно. О, не я. Эй, подожди, это мой корабль. Тебе стоит мой корабль. А ты сделаешь это, Мирону корабль еще? Подожди, получше. Вот, смотри, там тоже три машинки влезли. Три машинки влезло там? Да. А сколько еще влезет? Сколько у нас машинок есть? Есть и еще много влезет. Еще вот туда можно? Туда, да? Ну-ка, давай, как там? Еще. Вот там сколько много. Вот там много машин. Давай еще, сколько влезет машинок? Один! Да. Отсюда там столько не надо. Еще вот здесь и здесь можно. И здесь еще отдельно, да, можно? Да. Она еще может везде там. Опа. О, и сюда можно. Слушай, ну это многофункциональный такой. Ой. Крутой. Ну видишь, папа? Какой мне интересный корабль. Да. А Мирона, ты сделаешь еще корабль отдельно? Да. Ну, хорошо, молодец. Вот так, и там еще. Вот. Вот здесь еще ой. Папа, ой. Да? Еще там. Ну, подожди, там еще нужен. Надо пассажиров. Еще нужен. Да. Я в машине поместился. Еще две машинки? И сколько у тебя там машинок? Много. Ой, йо, папа, йо. А это ты положил ту машинку, да? Да. Да, о, грузи, ничего себе, сколько там. Ну-ка, если здесь вот открыть. Опа. О, здесь уже стоит, и там уже все забито. О, ничего себе. Это целый огромный кораблю. Подожди, не закрыли отсек. Отсек должен закрыться. Все, полетели. О, тяжелый, взлетел. Полетел в соседнюю галактику. Видел, такой тяжелый, быстрее. Да. Крутая. Папа, у тебя тоже будет такой. Ну что, откуда будет выезжать следующая партия машинок? Оттуда? Ой. Папа, нет. Нету? С той стороны. А давай, значит, не с этой, а давай вот с этой. Да. Давай, откроешь? Да. Опа. Во, пошли, поехали машинки. Вот, папа мой. Вот, это твой любимый Hot Wheels. Да. Во,
Что там еще? Давай, выгружаем. Так, здесь все выгрузили. Ой. Давай с этой стороны. Да, смотри, что. Давай помогу. Папа, смотри, ой, что у нас. Крепкая? Ну-ка, давай. Крепкий. Да, это крепкий джип. Карабин. О, это вот что-то мощное. Папа, джип. Джип, ну давай. Ой. С этой стороны, да, откроем? Да. Так, ой, что там? Нет, джип. Нету ничего. А с этой стороны? Да. Есть что-нибудь? Да. Давай, открывай. Ой, джип. Джип? Нашелся? Ха-ха, вот. Так, ну а больше машинок нету? Нет. Все, отлично. Видишь, как много машинок залезло? Да. Супер, а сейчас тебе Влад еще второй сделает. Папа. Папа, джип. Заезжает? Так, а это уже второй, да, получается? Да. У тебя? Папа, ой, джип. Я только еще его не достроил. Не достроил, вон а еще. А я подал здесь такая с деталями. Вот такие с детальками, давай. Соединяем. Открываем пока. Надо открыть пока дверь. Двери еще нет. Вот. Мне надо долго поменять, а то открыто. Да? Ну давай поменяй. Только... Ты же тот конструктор. Создатель. Я создатель? Да, тебе же нравится быть конструктором, да? Не считаешь машины делать? Да. Молодец. Ой, надеюсь, ты ее меняешь. Новый корабль. Вот. Еще один такой же крутой корабль получился. Папа, ой. У них уже два, папа. Угу. Они одинаковые, да, получились? Да. Вот. Леон, тебе тоже. Вот, тоже летает. Смотри, они одинаковые? Да. Ты одинаковые я сделал. Два одинаковых грузовых папа, космических смотри, корабля. Леон, на тебе мой, а тебе мой. На тебе твой, а... Алена больше мой бывает. Так ты же два. Папа, это два твоих. На, на. Ему нравится. Папа, а потому что там уже машинки есть. Ладно. Там, наверное, машинки. А тебе еще машинки нужны? Так смотри, у нас же много машинок есть. Папа, вот, сюда можно залезть. Ой, вот. Упали машинки. Ой. Ой. Упали. Ты потерял машинки во время полета. Ты груз потерял. О, так ты потерпел крушение. И что ты теперь будешь с этим делать? Новый. Я буду его строить. Строить? Потому что разломался. Видишь, на куски. Я вижу. На куски все-таки поломался. Смотри на куски. Как кошмар. На куски поломался. Папа! Быстро он собирается, да, этот конструктор? Папа! А ты что, Мирон? Да, ты уже загрузил машинки? Ой, один. Вот, несколько машинок загрузил? Да, папа. Ну, давай, возьми. О,
Ого! Там машинки? Да! Ну, ты молодец, да? Нет! Давай! Вот, где один? Там машинки, да, внутри? Ой. Вот, здесь машинка. Здесь машинка, да? Да. Ребята, а тут же он еще, смотрите, стоят машинки. Ну-ка, подберите их. Давай, загружай. Давай, вот. Папа, ой, прыгни! Давай, Мирон, подлетай, загружай. Вот. Папа, ты забрал? Папа, крутая машинка? Да. Итак, ты открываешь все свои вот эти контейнеры, да? И сейчас будешь заезжать? Да. Да, загружай. Вот. Все загрузились? Да. Вот, загрузил. Сейчас взлетит. Мирон развалился. Все, развалился. Ну так трясти. Турбулентность там, да, была? Влада крепче. Бам. А у тебя как, Влад? Три машинки? Да! Бабах! Все круто! Ну что, ребятки, давайте прощаться! Нет, я же еще не достигла. Нет, я хотела еще то лего поснимать. Ну это в этом видео мы вот это поснимаем, а в том, в другом видео... Другое лего, да? Да. Да? Да. Тогда говори пока-пока. Пока. Пока. Пока-пока. Дай нам поспеть. Мы еще будем снимать новое видео. Да. А вы пока ломаете диван. Да, отлично. Супер. Супер-пупер. Супер-пупер-дупер.